в результате слепой жеребьевки получить простой поединок. А это Нелита. Дубль. Блестящий удар от Нелита после передачи Мирановича. И посмотрите сейчас на повторе. Вы увидите, как Нелита этот удар исполнил. Там на самом деле было, может быть, даже удобнее левый пробить. Но Нелита пробил правый. Там кошарный ничего не смог поделать. Смотрите, Миронович, передача. И вот так вот. Шведой. Вытянутым подъемом. Нелита в дальний угол мяч отправляет. Очень красивый гол.